유미야 무섭지? 나를 숨겨라! 예수 그리스도 이름으로 맹랑하노니 나와 내 거동을 속이는 너 사탄에게도 물러갈지어다. 속상하지. 친구 위해 기도하지 마. 복음 전해주지 마. 어? 예수님의 이름으로 명명하노니 사탄마귀도 꼬묵게 떠나지려다. 내뱉지 마. 맛있는 것도 있잖아. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이니라 하시고. 예수 그리스도 이름으로 용서하나 불러가라. 여자에서 엘지님의 이름으로 불러가라. 예수 그리스도 이름으로 명령하느니 악한 세력은 떠나갈지어다. 여자의 후손의 머리는 상하게 할 것이요 너는 후에 팔꿈치를 할 것이요 하시고. Наши ремнанты, которые остановят бедствие, мы приветствуем вас. Я слышу по голосу, вы с нетерпением ждали сегодняшнее богослужение. С трепетным сердцем пришли сюда. Сейчас мы будем молиться за богослужение. Выйдет учитель Кан Саранг и помолится. Все вместе помолимся. Живой Бог, Отец, благодарим Тебя. Благодарим Триединого Бога, который привел нас на это богослужение. Через это богослужение сокруши мирскую башню неверия и воздвигни вечную Божью башню. Каждый день через богослужение и молитву моги светить светом Христа в церкви и на местах в действиях, также наслаждаться дарованной властью Христа, перед которой тьма склоняет колени. Пастору Ким Гитек, передающему слово «Даруй силу с престола и наполни Духом Святым», также родителям, ремнантам и преподавателям «Даруй силу с престола». Через это богослужение пусть сойдет Божье Царство, народ и семьи наших ремнантов, а также вдвойне даруй благодать всем тем, кто проводит онлайн-служение. С благодарением молимся именем Иисуса Христа, который все совершил. Аминь.
Давайте вместе прочитаем тему. Тема сегодня у нас «Дай мне сию гору». Еще раз прочитаем тему «Дай мне сию гору». Времени у нас немного. Попозже прочитаете стих. После того, как я вам объясню содержание. Что такое молитва 777? Не переживайте, мы по порядку все разберем. А что же такое молитва? Молитва — это общение с Богом. Молитва, как рация или телефон, связывает нас с Богом. Молитва, как мобильная связь, потому что Бог есть Дух, Он — невидимая Личность. Поэтому мы молимся невидимому Богу. То, что видимо, не Бог, а идол. В храмах есть множество идолов. Люди прогуливаются по храмам и усердно молятся. Также в католических храмах можно увидеть огромную статую Девы Марии, а в ногах у нее повержены змеи. Это идол. Мы должны с родителями посмотреть на такую статую. Тогда как вы должны молиться? Вы должны говорить, да, Бог, пожалуйста, дай мне лего. Или Бог, я хочу покушать вкусно. Это молитва. Сегодня вы узнаете, что такое молитва. В новой хвале молитва 777 выходит все содержание правильной молитвы. Триединый Бог, действуй во мне, действуй силой престола. Когда вы поете эту хвалу, таким образом вы молитесь Богу. Родители, учите детей восхвалять, а дети быстро запоминают хвалы, и таким образом происходит действие, происходящее пространство и время. Давайте посмотрим. Вот мир кажется таким большим. Люди в миру выглядят очень впечатляюще. А вы кажетесь такими маленькими, слабенькими. Но если посмотреть на этот мир глазами благовестия, то что же можно видеть? Сегодня на богослужении мы узнаем об этом. Повторите со мной. Будем смотреть на мир глазами благовестия. Как же смотреть на мир евангельским взглядом? Об этом написано в Библии. Вы же знаете, какая интересная книга Библии? Вот перед тем, как начнем мы спектакль, мы все вместе скажем, отправляемся в интересное библейское путешествие. Мы готовы? Давайте на счет три все вместе скажем, отправляемся в интересное библейское путешествие. Поехали! Что вы будете делать в воскресенье? Я буду дома. А чем будешь заниматься?
буду вкусно кушать, смотреть телевизор и играть в мобильные игры. А ты? Я тоже буду дома. А что будешь делать? Я тоже буду вкусно кушать. Тоже смотреть буду телевизор. И играть в мобильные игры. Ясно, поняла вас. Вы же вместе живете. Давайте в это воскресенье погуляем и повеселимся. А куда пойдем? Вот, посмотрите, что у меня есть. Это же билеты на концерт знаменитого певца. Он что, приедет в Пусан? Ух ты, давайте пойдем. А, Дая, ты тоже пойдешь с нами? Я? Нет, я не пойду. Каждое воскресенье я хожу в церковь Эммануил на богослужение. Ходишь в церковь Эммануил? Зачем? Пойдем с нами, повеселимся. Ты что? Воскресенье в церкви столько интересного. Что? В церкви? Да ну. Ты что? Там же передается самое лучшее на свете. Это Божье Слово. Ты знаешь, как это интересно? Поэтому я очень жду воскресный день. А что вы делаете в церкви? Что мы делаем в церкви? Вот, посмотри. Мир кажется таким большим. А мы, по сравнению с этим миром, кажемся такими маленькими, слабыми. Но если посмотреть на мир духовными глазами, то мы увидим этот мир по-другому. Бог через маленьких и слабых ремнантов спасал страну и спасал эпоху. Через сегодняшнее слово посмотрим на мир духовными глазами.
Что это? Где я? Халиф, Халиф! Ты там? А, я Халиф, друг Иисуса Навина. Мы находимся на Ханаанской земле. Сюда нас привел лидер Моисей. Давайте исследуем эту землю. Да, давайте. Да, это место такое огромное. Да, очень величественное. Это действительно выдающееся место. Вы хорошо осмотрели Ханаанскую землю? Да. Расскажите, что вы там увидели? Это земля, где течет молоко и мед. Наши фрукты по сравнению с их фруктами, не фрукты. Мы принесли гроздь винограда с Ханаана. Посмотрите. Разве это не чудо? Этот город очень неприступный и великий. Люди там сильные и очень высокие. Мы по сравнению с ними как саранча. Замолчите все. По Слову Божьему, мы сможем завоевать Ханаанскую землю. Мы пойдем в эту землю и завоюем ее. Мы сможем одержать победу. Ты что говоришь? Это невозможно. Мы
Мы же вместе ходили, мы же видели это место. Мы как саранча? Нет. Я вижу это по-другому. Мы сможем войти в Ханаан. Мы сможем пойти на это место. Бог дал обетование, что будет вести нас в эту землю, землю, где должен родиться Иисус Христос. Так как Господь Бог вместе с нами, мы можем войти туда. Непременно мы завоюем эту землю. Я верю в обетование о всемирной евангелизации. Господь Бог, дай мне эту гору. Роман, ты воздадим славу нашему Господу. В Ханаан были отправлены 12 соглядатаев. Их отправил Моисей. Они пошли в Ханаан на разведку. Моисей собрал 12 человек из колена Израилевых, отцов и детей. Все их имена записаны в Библии. Там написано: сын Закура, Самуа, сын Хариев, Сафат, сын Иефони, Халев. Папу Халева звали Иефони. Сын Рафуе, Фалти, сын Навина, Осия. Осия – это Иисус Навин. Все 12 имен записаны в Библии. 12 человек отправились на разведку, чтобы осмотреть землю ханаанскую. Когда они пришли, то увидели огромный город, окруженный крепостью. На этой земле росли огромные фрукты и овощи. Это была земля, на которой течет молоко и мед. В Библии говорится, что виноградная лоза была такая огромная, что ее несли на шесте два человека. Вот такая была ханаанская земля. Люди, которые жили в Ханаане, были высокого роста. Это были великаны. По сравнению с ними, израильтяне были как саранча. Это были такие высокие, большие великаны. Как же попасть в эту землю? Это невозможно. 10 человек пришли в ужас и ропот. Говорили, что невозможно завладеть этой землей. Посмотрите, даже фрукты и овощи какие у них огромные. Тем более народ, который живет в этой земле. Это были сыны Янаковых. Это были очень большие, огромные люди. Об этом услышали израильтяне. 10 из 12 соглядатаев были в страхе и говорили, что невозможно попасть в эту землю. Услышав это, израильтяне стали роптать.
Они плакали день и ночь, роптали на Моисея: «Зачем ты нас вывел из Египта? Мы могли остаться там, а теперь умрем в этой пустыне». Народ рыдал день и ночь. Не просто поплакали и перестали, а день и ночь израильтяне рыдали, не переставая. Они говорили: «Давайте вернемся в Египет, опять станем рабами». Родители, это очень важно. Насколько вы держите завет, это передается вашим детям. Если родители проявляют неверие, это передается детям. Прочитайте книгу чисел, 13 главу. Там говорится, что неверие передалось до 3-4 рода. В Библии четко все написано. Израильтяне роптали и говорили, что хотят вернуться в Египет. Но что сказали два человека? Кто знает, как их звали? Иисус Навин и Халим, да? В Библии говорится, они разодрали свои одежды и закричали. Нет, это не так. Давайте, Ремта, громко скажем. Это не так. Они кричали, мы тоже там были и все видели. Да, это прекрасная земля. Бог привел нас в эту землю. Но их лидеры уже сбежали. А Бог вместе с вами. Поэтому мы сможем войти в эту землю. В будущем эта земля станет местом, куда придет Мессия Иисус Христос. Это земля всемирной евангелизации. Но что сделали израильтяне, когда слышали Иисуса Навина и Халима? Они согласились с ними? Нет. Все 10 соглядатаев и весь народ стали кидать в них камни. За то, что Иисус Навин и Халим говорили такие слова. Все люди стали кидать в них камни. Да, 10 соглядатаев видели реальность. Они видели сильных людей в Ханаане и плодородную землю. Но Иисус Навин и Халим увидели духовную реальность. Так и вы должны открыть духовные глаза. Когда 10 соглядатаев и весь израильский народ хотел закидать камнями Иисуса Навина и Халима, в этот момент явился Бог. И остановил это все. Родители и учителя, вы должны это запомнить. Об этом сказано в Библии. Обязательно проведите форум с ремнантами. Числа 14 главе есть важное послание. Потом обязательно прочитайте. Там написано: обетованную ханаанскую землю никто не сможет войти, кроме Иисуса Навина и Халима. Ни один верующий, который проявил неверие, не смог попасть в эту землю. 40 дней 12 соглядатаев осматривали землю ханаанскую. 10 человек сказали, что невозможно войти в эту землю. Поэтому из-за этого неверия один день превратился в один год. И так 40 лет они ходили по пустыне, и там все умерли. Вот так начался 40-летний путь в пустыне. Все 10 сыновей колен Израилю погибли в этой пустыне. О чем вы говорите, пастор?
Родители, запомните и передайте это своим детям. То, что вы держите за завет, это передается детям. Поэтому не обманывайтесь словами людей. Бог дает нам завет 237 стран, 5000 племен. Бог призвал нас учениками всемирной евангелизации. Родители, держась за этот завет, передайте его детям. Если родители проявляют неверие, то дети тоже будут в таком состоянии. Все имена отцов, 12 соглядатаев, были записаны в Библии. 10 не смогли войти в Ханаан. Ремнанты, все поднимите руки и повторите за мной. Я ремнант всемирной евангелизации. Еще раз исповедуемся. Будем спасать 237 стран. Я ремнант, который спасет 237 стран. Так началась 40-летняя жизнь в пустыне. Почему в течение 40 лет они не могли войти в Ханаан? Потому что не верили и обманывались. Но люди, ухватившиеся за завет, одержали победу. Вот что сказал нам Иисус. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Также Иисус сказал, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. Тот, кто ухватится за этот завет, одержит победу». Такие, как 10 соглядатаев, которые роптали, вводили в заблуждение и возмутили весь народ, не смогли войти в землю ханаанскую. Те родители и ремнанты, которые ухватятся за завет всемирной организации, непременно одержат победу. В течение недели ухватитесь за этот завет и запечатлевайте его. Сейчас у нас есть школа эпохи пятницы в воскресенье. Я желаю, чтобы все ремнанты участвовали в кемпе эпохи с пятницы по воскресенье. У нас есть новенький ремнант. Давайте его поприветствуем. Давайте поприветствуем новенького ремнанта. Вот, возьми подарок. Посмотрим миссию на эту неделю. Давайте посмотрим ремнант сюда. Ремнант, который ухватится за Божье обетование, становится главнодействующим героем. Мы тоже верим в это обетование. Как Иисус Навин и Халев, мы должны смотреть на мир Божьим взглядом. На этой неделе, восхваляя хвалу,
вечная башня, вкладывайте в сердце завет. Во время кемпа с пятницы по воскресенье мы будем учить эту хвалу и также порисуем красками. Встретимся в час. Выйдет пастор, помолится за приношение, закончит богослужение, молитва и благословение. Приходите в час на кемп. Будет интересное время. Помолюсь. А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, огромная любовь Бога Отца, действие Святого Духа над всеми ревнантами, которые крепко ухватились за завет всемирной евангелизации, над родителями и над преподавателями, да пребудет всегда вместе, отныне и вовек. Аминь.